когда Путин очевидно говорит, что он хочет войны, надо ему верить. Он действительно хочет войны. И я не исключаю того, что Владимир Владимирович, как в свое время Гитлер, видит будущее в уничтожении мира. Просто в уничтожении мира. Вот. Мне кажется, что к нему надо относиться просто более чем серьезно. Он сумасшедший этот, что совсем страшно. И меня несколько пугает, что Запад недостаточно видит экзистенциальную угрозу